Друзья, всем привет. Вот, а у меня тут звук классненький, сигнальчик точнее. Вот, пинпоинтер включился. Так, лопату отодвинем в бок. Четыре. Да, я тут самое в наушниках хожу. Видно. Проводочек урвал. Конечно, беспроводными было бы удобнее. Вот, ну, что есть, то есть. Ищем. Да. Пинпоинтер. А, о, нашел. Нашел. Так. Пинпоинтер выключим. И что ж мы здесь нашли с вами вместе? Так, пока меня не вижу. Да, щеточку. Ну, друзья, почистил. Копейка 1896 года. Ай, красивая-то какая. Вот. Это, я понимаю, монетки были тогда. Красота. Вот это красота. Правда, ее время немножко чем-то кто-то каким-то агрегатом или чем она здесь зацеплена. Но все равно монетка не испорчена. Одна копейка. 98-го, а не 96-го. Вот такая красавица. Еще ищем дальше. Еще будет интересно. Еще покажу. Квадрик он стоит. Вот, еще надо прочесать по хату эту, успеть. До того, когда ее обработают. Посадят что-нибудь там. А я немножко тут посаду, хожу так. Вот, сразу извиняюсь за ветер еще раз. Вот, пошли дальше искать. О, приятная находочка. Такую монетку я еще. Такую монетку я еще в свою коллекцию не поднимал. Да, красавица какая. Ну, друзья, монетосик у нас опять выпал. Хорошо, что монетосик. Не понять, что. Походу, советики. Сейчас почищу, покажу. Да, как я и говорил, только ушедшие советики. Монетка очень пострадала, только видно вот эту вот сторону. С этой стороны ничего. Вот это неожиданчик такой. Походу, типа кораблика. Если я правильно понимаю. Да, почистил. Немножко даже и краска увиняется, вроде покрашено что-то было. Вот такой кораблик. И свинцовый. Да. Не ожидал вообще такую игрушку найти. Вот такое чудо. Прикольно. Да. Ладно, копаем дальше. Надеюсь, еще на всяких приколюх. Да, дедушка Хаббар сегодня на веселе. Благодарствуем за такое тоже. Да, не ожидал такой вообще, я даже не знал, что такое есть. Ой, теперь будем знать. Долго искал в этом пучке корешей. Сидела 52 года, 20 копеек. Вот такая. Не уверен, находил я такую, не находил. Рамочники были, был ли 20-ка. Вот, сохранчик довольно бодренький. Да, не стал я утомлять, пока я его искал, доставал. Но, как бы и ходячка тоже попалась. Вот такие 20 центов. Все, поехали дальше. Вот, друзья, пуговку нашел. Не стал снимать ее. Думал, ничего интересного. Тут был уже, ходил. Думал, в те вон кустики сходить, вон, где диванчик стоит. Походить там, вроде такие деревья старенькие выглядят. Вот тут смотрю. Сигнальчик. Пуговка, а вот с такой короночкой.
Даже сзади душка целая, надпись есть. Ну, как бы добрался я в эти яблони, сливина, как называется. Сигнальчик. Троечка. Троечка не дергается даже. Будем искать и смотрите. Так, пинпойнтер. И где? А, о, вижу. Нашел. Надеюсь, вы тоже видите. Вот она. Походу монитос. На пуговицу не похоже. Ой. Сейчас посмотрим, что у нас это. Это у нас, походу, советики опять. Да, 20 копеек. 20 копеек, 50. Сейчас почищу, скажу, какой год. О, 20 копеек. 1953, что ли? Да, вроде 1953. Вот такая копейка. Ладно, ищем дальше. Еще один сигнал был. Значит, посмотрю, если будет, что покажу вам. Да, друзья, так и казалось, что здесь что-то еще есть. Вот, провел еще раз металлоискатель, но тут пинпойнтер даже не надо было. Как бы еще она копнула, и она и выскочила. Ну, тоже советик, ну. Но все в одном месте. 55-й год. Фокус опять сломался. О, фокус. Вот такой, да. Красивая монета. Что, дальше смотрим, если будет. Предполагаю, рядом был еще сигнал наподобие. Сейчас посмотрим. Вот, как и говорил, не показалось. То бишь здесь в одной ямке две монетки. И рядом сразу еще одна монетка. О, конечно, походу опять советик. Да, советы. Походу опять рамочник. Да. Ну. О, 20 копеек. 53-й год. Так что чуйка не подвела. Рядом тоже монета. Еще копаем дальше. Еще советики 82 года, 10 копеек. Ой, ой. О, оп, видно там, не видно. О, 10 копеек. Ладно, посмотрим. Это не понял. Друзья, они все на одном месте. Все копеечки. 10 копеек. Ой, точнее, 20-очки. Еще одна. В одной в той же самой ямке. 10 копеек 71 года. О, хорошо, на сегодня. На сегодня все. Устал. Есть хочу, поеду домой. Вот и так немножко походил сегодня. Только на часика 3. По всему еще мусору, как говорится, еще что-то и нашел. О, кораблик. И первый раз вижу. Вот это я таки не знаю, что это, я и не понял.
Вот, ушедший советик уже. Монетка вообще убита. Вот тут опять камера не туда светила. Двадцаточки. 53-го, 52-го, пятерочка, 55-го. Это как бы тоже была монета, но фиш от нее осталось. Вот, две такие фиговинки. Какой-то винтик это что-то. Вот такие пуговки у меня сегодня три. Она вообще, конечно, шикарная. Видно, у нее типа золото было. Вот. Одна копеечка. Царство, класс. Симпатичная монета. Вот это были монетки раньше. Красота. Ну и ходячка. Это времени 20 центов нашел. Ах, как бы забыл. О, еще такой молоточек чудо нашел. Че, почищу, восстановлю. Рукоятку поставлю, все. Ну и баланка такая. Вот, молоточек установлю, будет классно. Ну, железячки всякие, тут от лопатки остатки, посудины всякие, цепочки. Вот, от конской телеги, чего только нет. Немножко прибрал, называется, дворик. Снесу ему туда на место и домой хавать. Так что, наверное, все-таки пока, всем удачи, увидимся.